Платок – это вообще универсальная вещь. Она просто должна быть у каждой женщины, девушки в гардеробе. Смотрите, что мы с вами сделаем. Мы наш платочек, который с треугольничком уже сложен, или же у кого-то уже треугольником. Смотрите, собираем вот в такую гармошечку. Один кончик делаем длиннее, второй делаем покороче. Делаем как бы вот такой узелочек. Эту же часть, смотрите, мы заводим, фиксируем то, что у нас получилось. У нас смотрится с пальтишка, когда у нас верхняя одежда. Или же мы берем эту часть, если нам вдруг холодно стало, поднимаем. У нас получилось, мы добавим очки. Потому что очки с платком, они смотрятся особо элегантно. И вот такой вариант у нас с вами получился. Мы можем комбинировать на свое усмотрение. С вами подготовим платочек, чтобы когда мы торопимся и нет времени красиво завязать, он у нас будет всегда наготове и создаст прекрасный образ. Смотрите, любой платочек мы возьмем сейчас с вами. Вот эту серединку мы завяжем. Завязали и так оставляем наш платочек. Смотрите, мы переворачиваем, и наша красивая форма всегда готова. Но с любой стороны мы берем и просто завязываем. Так очень красиво и эффектно смотрится наш платочек. И можно бежать на работу. Так мы создали себе прекрасное настроение через 2 дня. До новых встреч!